Так, всем здравствуйте, дорогие друзья, наконец-то пришли наши долгожданные засидки. Сейчас мы вам покажем, что же особенного в них, да? Давайте вот, вот сразу увидели, что в чем особенность этой засидки. Это прозрачность изнутри, да? Здесь обзор идет 360 градусов. Можно легко тут поднять, допустим, вот взяли, подняли ее, то есть... А что еще, да, вот материал сам, это водонепроницаемый, вот, но это основная фишка, это то, что здесь обзор идет на 360 градусов. Давайте посмотрим, какие же еще есть другие, да, скажем, от других засидок особенности. Это, во-первых, вот такой вот дверца, то есть вы можете поставить сюда вот, скажем, колышко и... использовать ее как основную большую дверцу. Можно поставить так, можно закрыть, но это уже на ваше усмотрение, да? Вот, для дополнительной маскировки можно заставить сюда как траву, листву, уже по вашему желанию, да? Самое главное — это вот рассветка, да? Здесь рассветка идет САС. Вблизи эта рассветка еще круче. Этот камуфляж очень завораживающе смотрится и используется оно в основном весной и осенью, да, потому что это желтоватый оттенок. Также не забываем, дорогие друзья, есть еще вот такой вот дабл. Здесь рассветка идет forest, то есть это вот именно вот такие вот листва. Это уже более на поздняя весна. Здесь уже используется на, скажем, 5-6 человек, то есть, да, если вы компания поехали охотиться, то... Пожалуйста, вот такой вот тоже обзор 360, тоже прозрачный. Вот цены здесь указаны. Особенности вот именно из этих засидок, прозрачность, также окна в 4 стороны и дверца, и, конечно же, это рассветки. Так что, дорогие друзья, приходите в наши магазины, увидимся у нас.